Почти 45% российских семей мечтают о новоселье. Это данные последних исследований. Нужны новые дома и квартиры, но требования серьезно изменились. На инвестиционном форуме в Сочи глава Минстроя Михаил Мень подчеркивает, теперь смотрят не только на метраж. Важна планировка, отделка, качество жилой среды. Люди сегодня хотят реальной другой картинки. И эти новые стандарты надо растиражировать по всем регионам. Предстоит грандиозное строительство. Более 700 миллионов квадратных метров уже к 2025 году. Рынку ипотеки предрекают бурный рост. В этом году прогнозируем 30% рост. Считаем, что будет выдано более 2,5 триллионов ипотечных кредитов. При таких масштабах формируется принципиально иной облик российских городов. На сессии «Современное жилье», которая прошла на инвестфоруме в Сочи при поддержке АИЖК, обсудили в том числе и новые стандарты, которые установят передовые правила для городской застройки. Высота потолков, толщина стен, планировки, количество света в квартирах. Все эти параметры просчитываются и лягут в основу современного жилого формата. То жилье, которое покупалось вчера, оно сегодня уже в рынке востребованным не будет. С другой стороны, конечно, помимо вот самого этого рыночного механизма, мы должны еще и заниматься стимулированием застройщикам и помощью застройщикам, чтобы они переходили на новые форматы стандартного жилья. Такие реформы коснутся не только самих квартир. Новые стандарты гораздо шире. Они предусматривают, как эффективно использовать пространство и вне жилых стен. Подъезды, входные группы, дворы, общая инфраструктура района. Важнейший параметр – это то, что специалисты называют функциональным балансом территории. Это сколько в жилом районе помещений с магазинами, с обслуживающими организациями, со школами, детскими садами, офисами. Он устанавливается стандартом. То есть в среднем это 20% для жилых районов. Дальше даются рекомендации, даются планировочные архитектурные параметры, как можно достичь этого показателя. Как раз на примере Сочи, где смешались старая и новая застройка, несложно понять, от каких решений давно пора отказаться. Слабые места города знает молодой архитектор Павел Крутолапов. Рассказывает, устаревшие планировки – лишь одна из очевидных проблем. На сегодняшний день у нас нет коллективного пространства, такого как двор. Дворы находятся в упадке, а они маргинализированы, потому что у нас нет правил игры. У нас автомобили стоят где хотят, у нас детские площадки находятся на последнем месте с точки зрения благоустройства. Нам нужно выработать новые правила для этого. Павел расставляет акценты. Каждый жилой проект должен быть создан органично, учитывая все детали окружения. Так, пространство между домами, дворы должны вновь стать комфортным местом для жителей. Такие детали в новом стандарте тоже учтут. Мы с вами должны в первую очередь создать человечную, безбарьерную среду, в которой человеку было бы эмоционально комфортно находиться, комфортно и безопасно. Способствует этому множество факторов, ну, таких, например, как высота жилых зданий и расстояние между ними. По прогнозам, в ближайшие 7 лет решить свой квартирный вопрос могут 25 миллионов россиян. Это значит, что новые правила строительства должны учитывать доступность недвижимости. Поэтому особый принцип разработчиков «красиво и удобно» не значит дорого. Чтобы понять, каким может быть стандартное жилье, Минстрой и АИЖК проводят открытый конкурс архитектурных концепций. Заявки на него пришли из 39 стран. Одно из ключевых условий – низкая стоимость проектов при высоком качестве. Эти стандарты, которые сейчас разрабатываются по заказу Министерства строительства, как раз должны укладываться в среднюю цену жилья. Если говорить о том архитектурном конкурсе, где часть стандартов уже была сформирована в качестве технического задания архитекторам на проектирование жилья и микрорайонов жилой застройки, вот там ценовой фактор играл одну из решающих ролей. Снизить расходы девелоперы смогут и на проектные документации. Лучшие идеи конкурсантов они смогут использовать бесплатно. И это тоже скажется на стоимости жилья.
Мы еще даем возможность застройщику не вкладывать большие деньги в разработку собственных индивидуальных проектов, хотя эта ниша тоже остается свободна для там, жилья там, более высокого уровня и так далее. А вот стандартное жилье, красивые, интересные решения, мы их предлагаем взять просто у нас из нашей базы данных, из нашего реестра. Поделиться своим опытом в Сочи приехало множество иностранных архитекторов и бизнесменов. На деле оказывается, что им есть чему поучиться в России. У нас есть приемы и инструменты, которые мы используем и с которыми мы экспериментируем в строительстве. И я считаю, что мы должны делиться этим опытом в России. Это обмен знаниями между нашими городами, и нам есть чему поучиться здесь. Нам надо наращивать сотрудничество, становиться ближе для жителей, создавать благоустройство, устроенные районы и общественные пространства. Впрочем, можно долго рассуждать, как выглядит идеальный дом или район, но готов ли бизнес перестраиваться? Застройщики признают, тот, кто делает ставку лишь на объемы и предлагает устаревшие проекты, проиграет. А значит, несмотря на все сложности, новые правила девелоперам нужны не меньше, чем горожанам. Я думаю, что, конечно, это потребует серьезной работы по переустройству технологических цепочек, по переустройству взаимоотношений в отрасли. Все равно нужно какое-то единое понимание общих целей, да, нужны как единый язык, на котором мы говорим, проектируем, делаем, и я думаю, что в любом случае это будет более современно, чем то, что мы имеем сегодня. В ближайшие десятилетия объем жилого фонда в России может вырасти почти на 20%. Какими будут эти дома, зависит от решений, которые принимают сегодня. Именно поэтому при создании стандартов архитекторы слушают обычных горожан, и зачастую их мнение по многим вопросам становится определяющим.